Крутая методика, позволяющая стать профессиональным программистом Python. Короткий путь. Здравствуйте, ребята. Добрый день. Нашел ваш... Я убираю личное все, чтобы вы на себя могли примерить. Добрый день. Нашел ваш канал YouTube. Работаю тестировщиком. Имею большие амбиции автоматизации в Python. Нам это надо прочитать, потому что надо кое в чем разобраться. Но у меня большие проблемы касаемо изучения языка. Убираю название, потому что некрасиво будет там кого-то там обзывать, что плохо или хорошо. Прочие не внушают доверия, имел опыт, заинтересовалась первым разу. У меня самые базовые знания Python, но очень быстро забывается реальный проект. Хочется заиметь какой-то определенный уровень, который реально позволит заявить об этом в резюме. Но никак не могу найти толкового метода, везде шаблонно, прямо как вы описали в гайде. Ребят, здесь есть два недопонимания. Давайте разберем, что мы понимаем под базовым уровнем. В данном случае я так думаю, что данный парень, да, понимает под базовым уровнем не более того, что знакомство. То есть посидели, прослушали курс, чего-то сделали. Разберем на конкретном примере. Итак, что такое базовый уровень? Как это выглядит, вот в моем понимании, и что делать для этого? Посмотрите на это задание. Я задавал вопросы и принял решение, что в данном случае мы будем начинать работу с функцией. Дал задание по параметрам. В данном случае видно, что очень старательный человек, у него все получится, но пока мы работаем только, грубо говоря, сделали конспект. Можно ли сказать, это базовым, что это является базовым уровнем? Нет, нельзя. Пока у нас мы не читаем это реально в коде, мы не читаем это в документации, я пока не говорю о написании кода. Базовый уровень никак не относится к написанию кода. То есть в данном случае сказать, что базовый уровень нет, это начало. Но это уже не знакомство. Обратите внимание, если взять зависимость от того, что мы проходили, мы конкретно задали вопрос и работаем с параметрами. Мне надо добиться первого в данном случае, чтобы он начал работать с исключением. Второе, чтобы у нас сформировалось ядро. А зачем нам ядро? Давайте посмотрим. Сначала нам надо ядро, функция, класс, метод, экземпляр. Примерно 400 вопросов, 7000 строк кода. Каким образом? Сейчас посмотрим. Иными словами, мы пошли с функцией. Теперь посмотрим, как выглядит базовый уровень. Вот это еще не совсем базовый уровень. Сейчас покажем измененный вариант. Но, тем не менее, мысль работает четко. На самой мысли сосредоточим внимание чуть позже. Получаем длинный вывод. Теперь, в чем разница? Здесь видна мысль, когда уже программист начинает думать, но я не считаю, в данном случае он еще не пишет. Он уже, да, расписывает все, логически работает, но это еще не пишет. Одна секунда. За это задание говорю, это очень плохо, ты плохо сделал. Парень очень молодец, он переделывает. И переделывает теперь хорошо. Появляется проверка типов, появляется то, что вот это было выброшено. Это вот сейчас работает что? Навык. Код он забудется, остается навык. Навык достигается только через исключение. При этом сохраняется та же трассировка, добавляется проверка типов. То есть вот... Можно сказать, сейчас мы рассмотрим по пунктам, вот здесь начинается базовый уровень. И на этом стыке, когда мы будем переходить к написанию собственного кода в реальных приложениях, то есть вот это начинается какой-то реальный уровень, здесь с этого момента можно изучать. Но до этого прошло примерно 50 вопросов, то есть мы изучили, месяц разбирались с объектом, чтобы все это родилось. Итак, рассмотрим по пунктам, что делать, чего надо добиться, да, и базового уровня. Прочтите мой ответ, пока полсекунды. Значит, я быстро приведу пример. Обратите внимание, допустим, мы просто проходили, слушали курс, что-то писали, что-то делали. На чем сконцентрировалось наше внимание? Ни на чем. Иными словами, если мы открываем исходный код, здесь есть очень конкретные конструкции. И каждый находится на своем месте. Другого ничего нет.
Представьте, когда вот у нас есть предложение, а мы пытаемся вспомнить, что это за буква, о каком чтении может речь идти. Базовый уровень, когда считаете, как вот мы знаем буквы, знаем смыслы и уже читаем, складываем что-то из этих смыслов. Итак, первое. Понимание конструкций. Я уже сказал, что есть всего 4 конструкции, с ними надо работать. Это не так просто. И работать в разных языках, чтобы достичь одной простой вещи. Если мы берем, например, конкретно параметры, то мы должны их достичь чтения в разных языках, достичь чтения в документации, чтения в коде. Это и есть базовый уровень. Чтения мало, важно добиться правильного понимания, как это выглядит. Отличение. Если большинство из вас, ребят, спросит, что такое тип, часть, которая прослушали курс, они скажут, это некие скобочки, кавычки, другие скажут, это некие типы данных, каждый из вас будет неправ. Я же не сказал тип данных, я сказал, что такое тип. Это разные вещи, но понятие намного шире. Каждый элемент до этого достигался понимания, правильного понимания, правильного выражения, выражения в коде, чтение в документации, чтение в исходном коде. Формируется мысль. Как мы будем писать код, если мы не знаем, как назвать, полупонимаем? Никак. Конструкция языка надо видеть. Я говорю, все просто, ребят. Освободитесь. Просто берем, убираем всю мишуру и берем только конструкции, которые конкретно выражают действия. Все как в жизни. Их всего 4. В чем нам надо разобраться? Эти конструкции работают одинаково во всех языках программирования. Базовые вещи у них одинаковые. В этом надо разобраться. Разница станет очевидна. Синтаксис мы не берем в расчет. Это фигня все. Это изучается за секунду. Когда мы поняли, добиваемся в исходном коде, добиваемся документации. Вот он срез языка базового уровня. Вот с этого момента мы можем говорить, что мы будем переходить к какому-то уровню. Да? То есть начинать писать свой код. Это другие технологии. Здесь мы уже затронули то, что относится к написанию собственного кода, принятию решений, но я вам не скажу. Как подойти, что делать конкретно вам или на примере конкретных ребят? Если взять парня, который только пришел, и я сказал вам, что пока нет базового уровня, и второго парня, который уже практически пишет, и если бы я начал просто подряд гнать, один бы еще больше запутался, а второй бы было скучно, он подумал, нафига мне путаница, если она у меня и так есть. Для этого я даю задание. Я могу давать задание до примерно, ну максимально до 2 недель. Написали, что написали. Я еще задаю вопросы. После этого можно принять решение, с чего начать в вашем случае. Я объясняю. Если для вас страшны слова, исходный код, документация, просто уберите их. Почему? Потому что все это достигается, как мы смотрели. Мы работаем над вопросом, пока не будут достигнуты все пункты. А они, когда есть конкретные пункты, его можно достичь. Я надеюсь, это понятно. Что надо сделать? Записаться. Ссылка в описании. Индивидуально выбрать план. Если не знаете, что выбирать, то оптимальный план 12 тысяч рублей. Пока он будет дороже. Ускорено движение вверх. Всем самое важное, что сделать, чтобы все знания проходили через голову, через мысли ученика. Как только я вижу, что ученик начал понимать, прочитал коди, тогда я уже дополняю его знания, потому что они у нее есть, и есть куда дополнить.